Успешно взлетев, любой бизнес нуждается в точных данных о высоте, скорости и уровне топлива. Важно в работе руководителя следить за приборами и в случае чего скорректировать курс. Последнее и самое фундаментальное правило клиентосбережения. Поиск узких мест, слабых звеньев и бутылочных горлышек. И это все про анализ продаж. Кто из менеджеров не справляется, сколько клиентов уходит. Воронки продаж в CRM. Главный показатель работы всего отдела. Анализ каждой стадии сделки покажет, на каком этапе отваливаются клиенты и почему. Must have, если нужно проследить за КПД компании, скорректировать нагрузку менеджеров и проанализировать их эффективность. В Bittrex 24 каждый отчет можно настроить под себя и быть в курсе всех важных показателей, чтобы превращать слабые места в сильные.